Здравствуйте, хочу сегодня рассказать свой отзыв на такие пробиотики от California Gold Natural Lactobiv. Есть они разные. Это вариант по 10 капсул, такие как бы пробные продукты на Хёрби. Тут есть разная дозировка. Есть 5 миллиардов, есть 30 миллиардов и 100 миллиардов в одной капсуле активных таких пробиотиков. Вообще в каждом из них есть 8 штаммов активных пробиотиков, и они как бы стабилизированы, то есть их не нужно хранить в холодильнике, но обязательно нужно как бы не хранить где-то на солнце и как бы в очень жарком помещении. То есть, в принципе, ну как-то логику нужно включать. Без ГМО это средство, без сои, без молочных ингредиентов, которые могут вызывать какую-то плохую аллергию. И это классно, что они продумали и позаботились о таких людях. А здесь 5 лактобактерий и 3 бифидобактерии на основе пробиотиков. Мне кажется, что очень классно они продумали. Можно за счет того, что это стабилизированная формула, ну, тут они даже пишут про это, можно брать с собой в поездки, да, можно как бы хранить в комнатной температуре и не бояться того, что эти бактерии могут погибнуть при очень большой температуре. И это очень классно. Капсулы были такие вот не очень большого размера, с таким порошочком в середине. Их было легко глотать. В каждой вот такой упаковочке было 10 штук таких вот капсул. Что могу сказать? Вообще вот это эти California Gold Nutrition, у них большинство продуктов как бы проходят eye-tested. Ну, это не сертификат, но это как бы тесты в очень известных лабораториях, которые действительно неподкупаемы пока что. И я доверяю этому значку на Хёрби, то есть если вы заглянете, то есть даже у них в фильтрации этот элемент iTested, и я иногда использую этот фильтр и фильтрую продукты по тому, что прошло эту тестировку. В принципе, за $1 в пробных продуктах можно купить этот продукт. И еще позитив в том, что вы получаете за $1 10 вот этих вот капсул, но еще и делаете более дешевле вашу доставку, потому что этот продукт экономит вам доставку других продуктов в вашем заказе. Это тоже позитив очень большой. Мне кажется, что это неплохой вариант для тех, у кого есть какая-то слабость. Эти продукты уменьшают эту слабость. И для тех, кто сейчас пропивает антибиотики, это, ну, необходимо просто. Я не знаю по поводу 30 или 100 миллиардов в одной капсуле, но у меня, к сожалению, 2 упаковки по 5 миллиардов. И я эффект получила, я увидела, что я какая-то более активная стала, но мне кажется, что нужно, конечно, проконсультироваться с врачом и уже потом принимать решение по поводу того, нужна ли вам эта как бы дополнительная поддержка или нет. Интересует, пробовали ли вы этот продукт? Если да, то совпадает ли наше мнение? И спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. Пока.